Доброй всем ночи. Так, а сегодня мы поговорим о чем? Нет, не о Каталине, а о чем-то гораздо более древнем, я бы сказал даже. Ну, не сильно древним. Если бы это был человек, он уже закончил бы школу в этом году. Итак, это вот такой прекрасный 17-дюймовый PowerBook G4 2003 года. Частота 1,3 Гц, топовой комплектации, с 2 гигами памяти, Wi-Fi модулем. В общем, сейчас будем его включить, смотреть, открыть. Так, пружинный механизм. Вот, как интересно. Так. Ну, запустим. Сразу скажу, что 17-дюймовая модель, аккумулятор у него, конечно же, отсутствует. Предыдущий хозяин его просто выкинул после того, как он сдулся. Ну, была у них такая беда, что аккумулятор батареи просто задуваются, и все. Вот. И, к сожалению, владельцы от них избавляются. Вместо того, чтобы отнести в сервис и просто поменять элементы. Ну, что же делаешь? Вот. Покупать новые пока я смысла не вижу на данный момент. Вот, сейчас я думаю, что интересно было найти для него либо SSD подходящий, но опять же это все только в Китае в копеечку стоит такое. Ну, что-то для энтузиастов. Либо найти какой-нибудь наиболее быстрый IDE диск, потому что все, именно IDE диск стоит, не SATA. Вот, загружается система. Понятное дело, что не быстро. Система здесь стоит 10.5.8 Леопард. Вот. Это максимальная система для этих машин. Выше поставить нельзя. Угу. А пришел он ко мне с 10.4.2, если не ошибаюсь, там Тайгер стоял, да? В итоге Пайп тоже обновил Тайгер. Причем по интернету он обновился. Но пользоваться всем было невозможно. Это вообще был кошмар на самом деле. Вот. Wi-Fi там не работал. Вот. Требовал сеть с веб, соответственно. Encryption. Веб это самый древний еще с тех лет. Начало 2000-х годов. Протокол защиты Wi-Fi. Вот. А сейчас он спокойно, у меня VPA 2 скушал. Вот. Сеть работает. Все отлично. Вот. Да. Давай. Вот, все он нашел, где другие сети, все окей. Так, ладно. Смотрим вот это вот об этом компьютере. Вот, вопрос. Что там у нас? Угу. Пожалуйста, побольше. Масштабик. Процессор 1.33, PowerPC 4. Да? G4 называется. Да? 2 гигабайта. Память DDR1, соответственно, вот. Посмотрим подробнее. Угу. Пожалуйста, да. Угу. У нас вот такая конфигурация. Вот, как я и говорил. 1,3 ГГц, 1333 ГГц, получается одно ядро, но 2 ГБ памяти, опять же, да. Дальше что у нас есть? Что можно посмотреть? Графика, мониторы. Вот, видеокарта AMD. Ну, тогда еще был IT, мобильный Radeon 9600. Вот, на тот момент была очень даже неплохая, можно было поиграть какие-то игрушки современные на тот момент, 2003 года. Так, сори. Дальше что у нас тут? Что у нас здесь есть? PC-карта тут есть какие-нибудь? Нет. Дальше FireWire тут у нас стоит. Да, кстати, FireWire здесь у нас есть и 400 мегабит, и 800 мегабит. Два порта.
Тест 1396А и Б. Ревизии. Дальше. А так, это у нас кто? Вот стоит привод. К сожалению, максимум, что он может, только издавать всякие звуки и что-то там выплевывать. Вот. CD-RV, как видите, да? Толку от него никакого особо, но работает. Так, и вот этот диск Hitachi, еще живой, на 80 гигабайт, соответственно. Вот. Вот. Разбил его на два, соответственно, раздела, на одном остался тайгер, на второй его установил леопард. Вот. Ну, сами понимаете, родной диск его, который просто он уже сильно уставший и сильно медленный на 5400, даже меньше, наверное, скажу, на 4200. Ладно, тем что на 5400, после 200 я вообще молчу. Вот, думаю, таких, наверное, ID-шных-то и нет, ноутбучных именно. Дальше, что там у нас еще там? Аудио встроенное, ну вот. Угу. Техас Инструментс. Таких уже звуковых не видел. Никогда лет 100, да? Дальше. Что у нас еще тут? Память. Пожалуйста. Вот, две плашки стоят. Вот. DR, DPC-2700. Да, даже не 3200. Ну, что же делаешь? Так. Ага. Ну, тут вот что есть интересное. Говоря, аккумулятора просто нет. Ну, поэтому чем тут особого-то и не увидим. Так. Угу. А, Bluetooth. Здесь есть Bluetooth. Естественно, вот, пожалуйста. Честно говоря, я не стал пробовать что-то с ним сопрягать. Ну, попробую, наверное, когда-нибудь. Вот. Так, посмотрим дальше. Wi-Fi, где у нас Wi-Fi, где-то он тут должен быть. Карта Airport, здесь есть карта Airport. Вот она. Вот. Браткомовская. Работает. Ну, вроде как все, ну, что-то у нас. Угу. Что, ну, говоря, что? Ну, еще посмотреть. Ну, интернет, Safari. В общем, он даже что-то умеет. Что-то, но не значит, что все, да? YouTube, к сожалению, никакой вообще, ни в каком виде. Вот, если еще там лет 5 назад что-то работало, то сейчас не работает вообще никак. Слово совсем, что называется. Ну, вот, тачпад тут работает. Вот, как-то вот так. Не очень удобно, на самом деле. Ну, сами видите. Так не работает. Вот, нажать на какой-нибудь YouTube. YouTube нам скажет. Да. Либо ругается, либо вообще вот что-то вот такое вот мы видим. Непонятное. Если загрузиться, на него ничего не выходит. Да, еще раз. Никак. Вот. Ладно. Так, это штуковина, что я не стал ставить какие-то программы, потому что я говорю, планирую еще заменить здесь диск, уже поставить заново. Сюда этого хвостатого товарища леопарда, и там уже с ним что-то можно будет делать. Ну вот, если по-простецки, то что там дальше? В общем, что? Он сильно очень грелся, когда он пришел ко мне, я его перебрал. Очень тесная система охлаждения у него, конечно же, да. Вот. И кто-то его, конечно, пытался обслужить в одном из кахол-сервисов. И очень подумал, ничего лучше, как убрать термопрокладки, которые были там на чипе видео и масте. Просто взяли, нафигачили туда КПТ-8. Ну, жирно попробовали. Вот так. Соответственно, HeatSync не прикасался вообще никаким образом к чипам этим, да, и они как бы там каким-то образом эти терапасты были вымазаны. Как-то
залезть, точнее, вообще никак. Вот. Любая нагрев, все, короче, сразу же начинались странные вещи творится с матрицей, появилась полоса, вот все, чип AMD, точнее IT, перегревался и просил просто его убить, как говорится. Ну вот я заменил этот шлак на термопрокладке термопаста, как и должна была оставаться только на процессоре PowerPC от Motorola. Все, на чип, соответственно, видео графический и хаб. Вот, мы посадили термопрокладочки. Сейчас с ним стало все хорошо. Можно потрогать его. Вот, ну, еле тепленький такой. Вот, я гонял вот тестом Geekbench, естественно. Ну, сейчас не думаю, что стоит это делать. Но услышал наконец-то, как у него обе вертушки на полную мощность звучат. Вот. Я сохранил от этого теста. Спокойдим. Вот, он набрал вот такой очень хороший результат для себя. В принципе, максимум идет там, посмотрел в Geek браузере, да, там в Geekbench браузере, то что там, кстати, именно этих вот пауэрбуков с этим процессором, вот, в принципе, это его нормальное количество попугаев, которые он мог набрать. То есть он работает абсолютно нормально, так он должен. Увел больше, по-моему, 190 набирал, а так даже 400 было. Ну, это, видимо, где был адский перегрев и тротлинг, опять же, процессор. Что, ну, что тут, тред, в общем, здесь у нас никак толком не работает. Попробуем там что-нибудь послушать или посмотреть видео или музыку, да? Вот, это попробуем его подружить вот с этой штукой, кадридер SanDisk. Вот, совместимый с Mac OS. Включим USB-порт. Здесь два USB-порта. Вот, слева и справа по одному. Вот так, все, нашел наш флешечку. Да, интерфейс FAT32, да. Так, что тут у нас есть? Можем посмотреть. Сейчас подгрузятся видяшки. Прям так с USB попробуем что-нибудь включить, запустить. 2.0. Вот это вижу, по-моему, вообще не хочет, да, файловый формат. Он даже не знает, что это такое, я понимаю, да? Посмотрим. Да, не знает. Не будем учить. Так, а вот тут вроде как вполне себе что-то умеет. Не буду сейчас слишком громко. Вот. Давайте половиночку сделаем. QuickTime. Ну, просто QuickTime. Так, давайте на полный экран. Вот. Ну, в плане, кстати, неплохо он тут. Неплохо же, да? Да. Если еще раз. Попробуем звук давануть. Голова была прозрачна и полна каких-то идей. Вдруг дались мою гритом по листове. Ну, неплохо. Довольно-таки. Почему с творчеством занимался? Сейчас посмотрим что-нибудь еще. Например, что-то из таких вот, что-то у нас по WhatsApp гуляет, да? Текальное видео. Видимо, не шмогла, да? Конечно, могла. Вот так. Угу. Вить, покажи людям, что ты вот сделал. Ну, тоже проблематично все, что уже. И зачем ты? С большим битрейтом, фреймрейтом, он уже как-то вот. Да ты только не улыбайся, но
Так, ладно. Так, что у нас еще есть тут? Ну, вот есть совсем древненький файлик. А я работаю в колхозе. Ну, я уже там не убью, если ты чувствовал, то я это слушаю, да? А ты, Монтана, юбку носишь и красишь ногти на ногах. Подергаем его вот так, да? Ага. Да, флешка там что-то там, да, какой-то сигнал показывает. Хорошо рабишь, хорошо получаешь. Смотреть что-то можно, видимо, но без... Как говорится, что-нибудь не очень сжатое, видимо, нужно. Так, дальше что-то у нас может быть. Так. Вот, у нас тут есть тунец, iTunes. Сейчас мы этот тунец запустим, что-нибудь тут включим. Гейтбенч мы закроем. О, я даже услышал, как он зашуршал своими вентиляторами. Напрягся, бедняга. Так, ну чё, давай чё-нибудь. Например. Да, ты деточки торопись. Выгрузи. И поехала, да? Ну, орёт-то хорошо, конечно, но качество пищалки есть пищалки. Нагрелся, в принципе, в норме своей. Не умирает. Послушали, ладно. Спасибо большое. Так, не будем больше мучить. Так, что еще? Не будем мучить уши, потому что, к исключению этих пищалок, то еще. Какие колонки? В наушниках он хорошо играет, отлично. Ну, колоночки, конечно, такие. Ноубучные, что называется. Что еще хотите-то? Так, а теперь попробуем, что еще. У него есть DVI-выход. Вот. То есть можно включить, в принципе, второй монитор, что мы сейчас и сделаем. Он поддерживает как цифровой, так и аналоговый способ подключения, поэтому вот сейчас мы подкинем, тут есть вот такой вот, опять же, кусок аналогового кабеля, да, здесь с переходником мы подключим. Угу. Так. Видите? Собственно говоря, вот у нас тут второй мониторчик включился. Вот он. Вот. Тут сейчас беру. Чуть на него видим. Вот. Вот он. Да. Да, конечно, матрешечку там монитора, который вроде бы как посвежее, да, но казалось. Но через аналог, по-моему, с разрешением не то, маленечко. Так, сейчас посмотрим, что он покажет. Тут графика монитора. Вот, пожалуйста, вот он нашел цветной ЖК дисплей, да, просто показывает. Угу. Там есть монитор. Интересно, куда он потерял? Это его родной ЖК дисплей, должен быть еще монитор, куда он, непонятно, где он его потерял. Спрячь.
Так, нашелся. Вот он. Теперь есть все. Вот. Не турчик он, как отображен. Корректно. Так. Так, я помню, подцепиться через DVI. Переходник цифровой. Погоди. Че будет? Так, отключаемся. Вот такой у нас переходничок. Включаемся. Угу, подключились. Так. Что-то он там увидел. Посмотрим, что именно там он нашел теперь. Ну, тоже не то, чтобы там прям правильно. Вот, он утверждает, что это Full HD монитор, хотя это не так. Из-за этого, конечно, так конкретно будет. Вот, и посмотрим. Вот, собственно говоря. Хотя этот монитор-то HD, он не Full HD, он там максимум что. Ну, собственно, он оказывает такое значение, как у одной матрицы. Вот, ну, так это паук. Лок, как он называет, да, он... Что-то у него такое все. Хоть мыльно, но показывает, да? Ну, в принципе, наверное, все, что еще можно сделать. Вот. Интересно, как на него возможно поставить этот динозавр. Какую-то любую операционку, потому что он, в принципе, не поддерживает установку по USB. Ну, никак. Он очень древний фишник. Вот. И он не умеет по USB ничего. Не даст. Какие-то команды, костыли не применяя, ничего не получится. Вот. Ну, да. Есть у меня ролик там о интересном девайсе, называется Ego и Омега. С помощью него можно, да, это сделать. Как это сделать? Вот. Покажу, но сначала нужно найти какую-то замену по родному жесткому диску, потому что ну, очень-очень-очень старый. Очень-очень медленный. Хотелось бы чтобы быстрее. Ну, на этом я думаю, что, скорее всего, уже все. Да, флешку надо отключить, извлечь. Все корректно извлекается быстро, кстати говоря. Вот. Ну, так, отключается он. Получается он так, как старый компьютер. Ну, хотя это, наверное, довольно-таки быстро по сравнению с той же виндой на старых компьютерах. Даже не могут, наверное, на обычном русском диске. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр, если кто-то решил это посмотреть, зайти на огонек. Вот, всем доброй ночи. Или времени суток. Удачи.